Здравствуйте, друзья! Знаю, что многие из вас обожают бутерброды. Предлагаю сегодня обалденно вкусную рыбную намазку на подсушенный хлеб. Такие бутерброды улетают со стола первыми. И хочется их есть, 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 остановиться невозможно. Для этого нам понадобятся шпроты в масле. Баночка весом от 160 грамм и больше. Я предпочитаю брать в стекле, чтобы точно не ошибиться. Дижонская горчица в зернах, соль, черный перец и два натуральных сырка. На ваш вкус абсолютно любой марки. Итак, хлеб или багет нарезаем кружочками толщиной 1,5 сантиметра. Выкладываем все на сухую разогретую сковороду и, подсушивая, слегка обжариваем их с двух сторон. А вот до такого румяного цвета. Этого будет достаточно. Кстати, можно подсушить и в тостере. Теперь в емкость для погружного блендера нарезаем кубиками сыр, добавляем 1 десертную ложку дижонской горчицы и перчим. У меня черный молотый перец, примерно 1/2 чайной ложечки. Добавляю морскую соль по вкусу. Соль может быть любой. И теперь смотрим на ваши шпроты. Если в банке много масла, то его можно полностью слить для других целей. Шпроты выкладываем сюда же. И погружным блендером все измельчаем в однородную эластичную массу. Вот такой получается у нас паштет. Берем подсушенные подрумяненные кусочки и с помощью силиконовой лопаточки быстренько наносим на маску. Толщину на маске варьируйте по своему вкусу. Но когда вы попробуете эти бутерброды, вы поймете, что чем толще, тем вкуснее. Советую всем приготовить эти бутерброды на новогодний стол. Просто идеальная закуска для горячительных напитков. Да и не только на новогодний или праздничный стол. Также прекрасный ужин, завтрак или полдник с чашечкой горячего чая. Приятного аппетита!